Почему? Потому что мы повторяем общеизвестные вещи. Это в интернете все можно прочитать. А политики должны делать выводы. Понимаете, когда выводы будут? Ну, это все известно. Второе. Ну, сколько можно из Украины делать жертву? Вот этот комплекс жертвы, что или Путин, или европейцы. Если это был референдум по Европе, то у нас шансов никаких не было. Надо сразу признать. Шансов нет. Че бороться? Че тут деньги тратить? Если а там как, евроскептики. Вот главный вопрос. Надо знать, что вы хотите. Почему Россия вкладывает денег столько? Она знает, что она хочет. Она знает, Украину не пустить Украину в Европу, расколоть Европу, расколоть Украину. Поэтому и деньги выделяются. А мы знаем, что мы хотим. Если у нас есть политические силы, которые сейчас говорят, а может и хорошо, что они проголосовали, может пересмотрим соглашение, может мы там выторгуем себе лучше. И вообще зачем нам этот общий рынок? Мы будем искать какие-то другие рынки. Но есть же такое в элита. Значит, есть, у нас есть. Нет консенсуса, извините, элит. Есть сильные изоляционистские настроения, которые говорят, что нам не надо ни на восток, совершенно ни на запад. Значит, надо нам обнести Украину забором и жить значит, там. Мы не знаем. Значит, мы не знаем, что мы хотим. Точно. И главное, а где деньги искать? Никогда государство не выхватит денег на разные компании информационные. Знаете почему? Потому что этим делом должно было заниматься деловое сообщество, бизнес-круги, бизнес-школа. Если бы они знали, что они выиграют от зоны свободной торговли, они понимали это бы. Они проигрывают. Они правильно, так вот, а почему проигрывают? Потому что олигархи, и они проигрывают. Так проигрывает страна, подождите, а не они. Подождите. Поэтому, страна не получает налогов, бизнес, страна не продает продукцию. Вот, я же об этом и говорю, мы должны знать, что мы хотим. Если бизнес не чувствует, что он выигрыше, он не будет давать деньги на промо-компании. Конечно, посольство никогда не выиграет референдум. Конечно, Министерство иностранных дел не выиграет этот референдум. И власть такая тоже не выиграет референдум. Это должно быть делом не волонтеров, не велогонщиков в разных формах, не активистов гражданского общества, которые могут хорошо рассказывать, так сказать, какие-то пояснения делать. Когда этим делом начинают заниматься бизнесмены с их хваткой, вот тогда и выиграют референдумы. Поэтому давайте все-таки определяться, что мы хотим, и делать уроки из этого, а не теперь рассказывать...